В Люберцах стартовала приемка учреждений образования к новому учебному году. Чтобы проверить, насколько качественно подготовлены объекты к 1 сентября, создана специальная межведомственная комиссия. В нее вошли представители полиции, МЧС, госавтоинспекции, вневедомственной охраны, а также сотрудники администрации, Роспотребнадзора и члены профсоюза работников образования. До середины августа им предстоит обследовать 181 здание. Это все школы, детские сады, учреждения культуры и техникум имени Гагарина. Мы будем проверять наши учреждения, каждый по своему направлению. Возможно, мы будем какие-то дни ездить одновременно всем составом. Если будет необходимость у вас дополнительно свой график составить, это тоже не возбраняется. Но единственное, о чем попрошу, придерживайтесь того графика, который был утвержден постановлением администрации. В некоторых учреждениях проводятся ремонтные работы. И ремонты достаточно глобальные. Общее финансирование было выделено приличное, более 250 миллионов рублей. У нас как на зданиях проводятся ремонты, так и на территориях. То есть благоустройством мы тоже занимаемся. Работающий на муниципальном образовании. В каждом образовательном учреждении комиссия уделяет особое внимание целому ряду вопросов. Среди основных критериев оценки – обеспечение безопасности, укомплектованность кабинетов и спортзалов, доступная среда, а также наличие учебников и учебных пособий.